Всем привет! В этом видео поговорим о том, что российский газ вскоре вновь вытеснит американский СПГ из Европы. По данным Минэнерго США, к началу августа 2022 года американские поставщики СПГ выполнили поставленную перед ними президентом Байденом задачу по увеличению экспорта американского СПГ на европейский рынок на 15 миллиардов кубометров. По итогам 2021 года США экспортировали в Европу 22 миллиарда кубометров газа. Прогнозируется, что по итогам текущего года американские компании поставят в Старый Свет порядка 55 миллиардов кубометров. Иными словами, объемы американского экспорта в Евросоюз вырастут на 33 миллиарда кубов, или на 250%. И эти данные не учитывают поставки СПГ из США в Великобританию и Турцию, которые не входят в ЕС. В адрес указанных государств американские компании поставят еще порядка 18 миллиардов кубометров газа. На этом фоне глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о падении объемов экспорта российского газа в Европу в текущем году на 85%, со 185 до 100 миллиардов кубометров. Казалось бы, указанные цифры свидетельствуют о победе американского СПГ над российским благодаря санкциям и диверсиям на газопроводах «Северного потока». Однако западные эксперты из агентства IEFA сообщают, что наблюдаемая нами картина на газовом рынке Европы носит краткосрочный характер. Эти эксперты убеждены в том, что российский газ по завершении конфликта на Украине вновь вытеснит американский. Это прекрасно понимают и в России. По этой причине российские власти готовы проложить новые магистральные газопроводы по дну Черного моря, сделав Турцию вместо Германии энергетическим хабом. Россия также предупредила европейских коллег о возможности восстановления объемов прокачки газа через польскую и украинскую газотранспортную систему. Западные эксперты отмечают, что Европа неизбежно вернется к экспорту российского газа, нефти и угля. Только факт получения российских энергоресурсов позволит Европе сохранить промышленность и поддерживать высокий уровень жизни населения. Без российских энергоресурсов европейский континент обречен на быстрое увядание. Это с одной стороны, а с другой стороны, США уже фактически достигли предела в объемах добычи газа, который они способны поддерживать лишь в течение ближайших 3-4 лет. Дальше объемы добычи начнут быстро снижаться, как это ранее происходило в Великобритании и Нидерландах.